О, ни хрена себе, красиво. Всегда вот так. Ну, потому что я, блядь, тут уже стою, блядь, жду, блядь, полчаса, нахуй. Давай, призрак, не башь меня. Присомнуть поезд, да? Там Что-то добежать. нужно пробежать, блядь, через дачу, что? А, это около гаража, да. Не. Это потом тогда уже. Это, а можно залутать его? Все, фрагмент в жопу, фрагмент не будем делать, да. Можно на всех лут поставить? Сейчас я подойду. Групп лут поставь. Взял. Ладно, давайте в этом чистить тарыш. А, один первого нельзя залутать. Так, там что? Каждый сам за себя надо ставить. Че, кто у нас будет на синий больше кого ставить? Не знаю, либо меня, либо Рогу. Так. Кот на зеленый постоит. Будет, кот будет меняться с Рогой, я с ШП буду меняться. Поезд. Плюсанул. А зачем мне плюс? Да, я ливал, потому что... А. Ну, вообще, кольцо отдать Фейбу. А штаны... А да мне писали, ты чё, угораешь? Ой, потом с Молчезара не кричишь, у тебя забрали кольцо. Ты линкани какой? Ну-ка, вот мне интересно. Открой Молчезара, я не в игре. Что мне там лучше с Молчи, ну-ка? Кольцо 1000 знаков, сила выносливость, 2 сакета, хастер ПБ. Хаст. Для чего у меня бонус? Все хаст. Ну, бегай с ловкостью. Так, ловкость, Амсу нужен крит и фурику крит. Если ты никогда не играл на варе, то... Как скажешь. Я, блядь, X2, X3 прошел. Можешь мне... Я всегда это кольцо было. Слушай, я магу, у которого перекап меткости, отдал штаны с меткостью и пояс с меткостью, я ж молчу. Все, хорош. Все равно еще много раз этот трейд ходить будем. Что вы начинаете? Сейчас давайте чуть-чуть грибов дайте и поехали. Хоть у мага, бля, минус 100 кролла на молча. Ой, блядь, Т4 нахуй. Живем, блядь. А ты усыкнешься, если будет топор и Т4, я это еще срулю. А тут топор больше никому не нужен. А, ну, ДК только. А, не, у тебя конкурентов много. Хотя там топор с РПБ, ретриком оно не очень надо. Пошли, ебать, хуярить. Слушай, старый друг, космолец, давай, не майся хренью, дойдем, у меня кристаллы не бесконечные, ну реально, я замаслался его за шкаф поставить. А, нету в лице. Напишите ему кто-нибудь, пожалуйста. Мне впад. Прикинул вроде бы, или он снова вышел. Соси трэшу. Не, он в дисе, он слышит. А, ну все. Да и так топ ДПС, все. Чисто пососи у трэша, не бей его. Забей. Я замахкался, блин, ну что поделать, что? Лока жизнь. Вот как сказывается игра на одном персонаже 10 лет, блядь. Я 4 года на локе всего играю. Невелика разница. Кстати, Романов, если ты мне не веришь, можешь у топ-вара спросить у Юнгнобосса и у Перфекта. Если ты думаешь, что я хуевый. Да, я хочу, чтобы ты просто его отдал Фейбу. Просто из вредности, бля. Да. Не, ну если он с вами постоянно в статике, ему бы кольцо попросить не было. Да, так, блядь, типа оно очень редко падает. А сколько там шанс? 0,28%? Сука, я же посмотрю. 12%, брат. А, значит это другое 0,28%. Посох тоже 12, перчатки тоже 12. А что за посох? Посох, а, тот, который мы смотрели, точно. Да, я бы его все в ПВП, который забрал бы. Если там еще крит был бы, блядь, вместо меткости, вообще бы заебись было. Подожди, а что это 0,12%?
Там, короче, какая-то шмотка 0,12%. Нет, здесь. Я не помню, что это шмотка сегодня. Однако справедливости, брат, 100% зато надо. Да, да. А ты знал, что свитер Тринка с Вихсарона падает 100% шансом? Которые щупальца эти? Угу. Добивай, вот этого только бей, а дальше по кругу пойдем. И вот сбоку тоже берешь. Бурстаните в этого, маг, забери искривление пространства с него, серокрадом. Маг, алло. В смысле, нету? Серокрада нету? Давай, вот с самого левого вот этого бери, сюда веди. Блядь, его ж можно было забирать. А, ну пофиг, ладно, ты сразу знаешь. Когда вы тебя шмота, да, отобрали? Заезды. Нет, блядь, да на шмот как-то пофигу. Все равно, как бы, ну... Если бы я был сейчас с вами в рейде, если бы я забрал кольцо, я бы до конца рейда нудил, чтобы мне его отдал. Ты знаешь, что ты... Только порезанный. Кто помнит гильдию Секс-Ри с вертухи в океан? Я помню. Вот, блядь, Романов такой же, как Эрел. Один в один, нахуй. Типа, Вару не нужна ловкость, ты должен усилки, это блядь. Да я рофлю, понял, я хочу, чтобы ты его просто дал выбрать. Это то же самое, что сейчас маг параноид, что у него ткань забирают, бля. Если я скажу, да? Что полипал, то... Ой, бля, кто там полетел? Хейп? Кио улетел. А, Боб. Вот, то же самое, что как бы я тебе объясняю, просто ему трех слов связать не можешь, что ты объясняешь? Что? Трех слов связать не можешь, что ты объясняешь? Убейте пацана, потому что когда будете ТП, что он вас будет бить. Забанит этого придурка, он меня раздражает очень сильно. Романа? Я тебе серьезно сказал, ты сейчас. Мы сейчас первого пула убьем. Да я рофлю. Кого забанить? Меня. Да я рофлю, все, успокойся. Окей. Так, короче, на синих стою я и ШПшка. Меняемся на каждом луче. На зеленом стоит Кот и Фейп. На красном Тирекс, все. Бьем босса. Когда дракон станет таким, такого фиолетового... Сколько миллионов? Когда дракон станет фиолетовым, перебегаем в противоположную сторону, как можно дальше от него. Короче, пулишь его где-то прямо здесь где-то. То есть прямо возле стены. Там, где красный луч появится, но обычно он вот тут и появляется. Как-то. И, кстати, именно Пурекс, только Пурекс ловит красный луч. Да, лучи не пересекаем. Опять же, минус кроллу будет. Я скажу, когда Геру. Геру на 15 стаков у синего луча надо давать. Не, на второй, мы всегда на второй давали. А, на второй давали? Да. Извините, я, конечно, за этим не смогу следить, поэтому за анонс... За анонс, что? Спасибо. Я скажу. Слышь, рыбу. Не сплывай, Геру. Я скажу, когда. Так, рыбу там надо поставить, да? Чё это за залупа ебаная на ДК? Ты вообще понял, про кого-то что сказал? Чё это за хуйня на ДК висит? Баф какой-то или чё это за говно? Так, 10 секунд, вы чё? Перенаправление какое-то. Это вот эти сериалы как раз вешают штуку. И, кстати, иногда будут появляться ужи, такие чёрные, с них сразу выпрыгиваете. Кто на лучах, они ваншотают. Ну не то, что ваншотают, но 20 тысяч в лицо вам прилетит гарантированно. Да, лучше в ужах не стоим, моментально выбегаем. Не докосцовываем, сразу выбегаем. Это практически вайп сразу же. Так, ну давай, что там старый, где ты там будешь? Давай, на рыбу еще успеешь. Давай. Вагон, который падает, давай. Вы вообще объяснили людям, которые тут первый раз? Я объяснил все. Кто на лучах стоит, кто от дыхания, как но... что... Бегать вот, надо. Вот, допустим, я первый раз пришел, я нихуя не понял. Лучи, откуда лучи? Вот здесь. Не, стены будут. Вот на карте появляются три луча разных цветов: красный, синий и зеленый.
На синих лучах стоят Полюшка и ШП. Полюшка первый, ШП второй. На зеленых лучах стоит Фейп и Старый Дру. Они за зеленые шарят. На красном луче всегда стоит танк, то есть Пирекс. Эти лучи пересекать нельзя. Если пересечется этот луч, на игрока повешается дебаф. Чтобы встать на луч, нужно просто встать между боссом и порталом, из которого этот луч выходит. Если этого не сделать, то то на босса накладываются бафы. Увеличение урона, увеличение отхила и увеличение дамага. И что-то еще какое-то увеличение, не помню. Черные лужи спавнятся иногда. Из черных луж надо выпрыгивать. Но это обычная лужа, которая дамажит. Под лучом, если вы станете на эту лужу, вы умрете. Спустя там 2 минуты, по-моему, каждые 2 минуты или каждую минуту появляется дракон становится фиолетовым. Когда дракон становится фиолетовым, нужно как можно дальше от этого дракона убежать, вот в противоположную сторону, как бы от того. Со всеми беги, куда все бегут. Вот, или так, да. ДКшник, смотри, это. Видишь, холипало? ДКшник. Вот смотри, вот. Босса будешь пулить, вот сюда к стене отбежишь, потом повернешь его сюда. Здесь будет первый красный портал, просто к нему спиной стоишь. Если лужа будет, вперед или назад будешь отходить, танчить дальше. И когда босс в изгнание уйдет, ты перебежишь на ту сторону, ровно к той стене также упрешься, и босса будешь ждать у стены. Когда он пойдет сюда, ЛПшки будешь не отдавать, и также повернешь. Но расположение порталов может поменяться. Красный может либо там быть, вот на противоположной, рядом с той стеной, либо вон там, где полукруг, где босс сейчас, вот где сейчас проходит, там может быть. То есть ты смотри, где красный портал. И к нему спиной. Давай, Арчена, готов? Арчена, на присутствие. Так долго сидим уже. Все, все готовы, можешь пулять. Лови, то есть не иди прямо сюда, когда он сюда подойдет, пульнешь. А вы куда? Я портал ставить. Я не знаю, зачем Макс убежит. Не спугните. Все, можешь пулять. Прям веди вот в красную метку. Давайте не обосрёмся, пацаны. Все, видишь, красный луч ловил. Ловите свои лучи. Там подвинься. Сам уйди, уйди. Слушай, уйдите. По синему лучу будет сильный дэмэдж, то что его... У меня прям сильно отхил. Хорошо, пока не бью. Слушай. А, достаю и так. ШП из лужи, ШП из лужи, ШП из лужи. Не докосовывай, если что. Сразу же прям летаешь же. Моментно. Прохил помню. Сразу помню, будет, что-то. Уходим еще в другую сторону. Погнали, 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 вот в другую сторону. И что? Потом что говорил, без аспекта ничего не убежим. А, они быстро кастуют очень. Понял. Вот вам. Кого не убило? Не. Все живы? Все нормально. Не подходим, не подходим. Стоп, стоп. ШП, следующий луч твой. И слышишь, что этот... Посмага и шамана убило. Ну вообще-то два тела мертвые, да. Мы уже не убьем. Все, падаем, падаем. Все вы уже, встаньте. Вы там кубову должны поголдать. Ребята, тогда... Ребят, на базу. Тогда бьем босса не хаотично, а ближе к стенке, милики, это вас касается. Поль, могу вам совет дать, вы просто начинаете бежать на 45 стаках, а не на 50. У меня это, ДБМ да. Показывает примерно, когда вот он будет отказ давать. Во. Да. Понял, а мы пережили дыхание одно. Ну да, там мы много переживали, у нас там СС были просто. Вы тоже без зачего убили? Что за чего? Ну там, короче, нельзя, чтоб она дыхнула. Спиной, спиной к боссу встань. Она дышала только в танка. Все, я сейчас... А, ну уже без зачива. От красного луча да. Уйди. Пускай он в босса идет. Падайте. Спиной.
Он в короче, будем, будем бежать к часам, короче. Потому что мы прям в стенку уперлись, и она все равно достала. Блин, первый, какой ты жирный, я не могу. Встань ты в лужу, вот где лужа валяется, вот туда встань, все. Нахер, куда ты? Куда? Блядь. Старый, ну ты рофлишка, смолись, нахрен тебе эти камни, успокойся. Один старый шмот и все, потом после рейда сделаешь. Ребята, одновременно телепорт делайте, потому что вы моба сейчас согреете. А, там у вас нету телепорта, все, забей. Короче, ребят, тактика поменялась, будем бежать к часам. Точнее, вот за эту телескопу, потому что все... Это вам просто раньше нужно отбежать. Ну, давай, нет, нет, давай тактику не менять. На 45 стаках я скажу, когда бежать. Так, причем тут это? Я прям стенку уперся, меня она все равно убила. То есть... Она не в тебя дошла. Дело-то не в тебе, а дело в том, что кто-то позже бежал просто. Она в любом случае в танках там плюнет. Мы там по-другому немножко бегали. Если человек не успел, она харкается все равно. Если она хоть до кого-то достает, она харкнется и вайпнет рейд. Да, не знаю, ну сути вот... Вот ну, реально. Здесь она почему-то быстрее кастует. В плане, я-то думал, что задержка перед кастом как бы 3 секунды. А здесь именно сам каст очень быстрый. А попробую косноязыча ебануть на него. И, кстати, Соти, типа, прям близко к стенке той. Хотя это ничего не даст. То есть, надеюсь, вы поняли, о чем. Ну, как сказать, на 30% увеличивают. Хотя, блядь, на 3... Ну, уже все равно шотнет, блядь, я даже сокру сдал. Все равно шотнуло 2 человека. О, тут не спульчит тут. Че тут изичный босс, давайте. Это че, самый сложный босс, как бы, в сражении? Нет, вам просто чуть по-другому бить надо. А что сложнее, кстати? Какой у вас самый сложный босс был? Шахматы. Шахматы? Нет, мы тоже шахматы с первого пула, и Молчазара, по факту, с первого пула, да. Ну, по факту, пока этот, да. Тут просто проблема с перебежкой. А я просто видел, я к тебе на стрим заходил, ты прям, на, когда до персы немножко оставалось, ты под ногу уходил. Типа к дракону. А чё, где остальные шаман с друидом? Вагон, чё ты не встаёшь? У него, видите, лут забагается. Причём тут это? Нейрофлер. Я не про это. Слышь, Кубо. Чё? Так, под дыхание, я помню, типа, до берсы у вас оставалось минуту, даже меньше, да? Типа. Вы еще тогда не успели, там 300 тысяч осталось. Когда... А, ну так можно, да, перебегать. Когда каркать, ты под ногу ему перебегал постоянно. Ну, да, можно и так. И сбивался каст. Может, так лучше? Не, каст не сбивался, он кастует просто перед лицом. Если вы стоите перед лицом, вас прилетит. Если вы успеете перебежать... А, потом... давай перебегать реально, слышь, поезд. Про что так. Ты? Ты, слышишь, последний трай, когда вы убили, вы перебегали, да? Нет. Мы убили нормально его. А, нормально убили, понял. Чё, надо сумонить друида. Блядь. Чё он там делает? Камни нахуй ставит себе. Типа, биг дэмэш хочет? Типа, нихуя не даст. Если хочешь, смотри, я вам в этот в чатик статика вашего, я даже гифку сделал, как мы его убивали. Да, им Neverline уже советовал. Это статика. Давай, блин. Где? Как бегать без ханта? Вон, вот так происходила перебежка. Танк просто в другую сторону отбегал и чисто в него плевал, а рейд в этот момент перебегал по кругу. Это, он там в любом случае плюет, но он плюет только в одного танка, и танк не умирает. Давайте в бой. Ебать, гибко охуенно. Вообще пиздец. Даниш, так ты на Алгалона сделаешь или нет? Нет. Типа, если они побегут в ту сторону, они быстрее будут бежать? Он плюет в ближайшего. Просто возле танка никого нет, он только в танка и плюет. А, так может танку вообще не отходить, блядь? Ну, там не очень удобно ему. Да и похуй.
Вы просто заплюете. Давайте, давайте сейчас попробуем по нормальной тактике, только на 45 убегать. Да, да. Попробуйте так, да. На 45 стаках давайте убегать. Кстати, Поркс, можешь прям этот, прям еще ближе вот сюда, к стенке, и этот. Если чтобы стояли в эту бочину били, чтобы сразу меньше расстояния. Боб, посмотри дамаг. У вас получше было или так же? Лучше у нас было, намного. Хули тут маг, блядь, 3-4 к дает. Кстати, маг даже меньше меня дает. Маг умирали. Маг там просил. Маг тут 222, бля. У меня такой же дир. Да не, вы больше даете, каждый на 2000, наверное, так что не, так, не такая разница большая. Ну давай, чек на готовность, да погнали. Да, сейчас. Время много. RG на пол. Все, все готовы, можешь пулять. Прям да, поближе, я, поближе к стенке. А, сейчас не иди, не иди туда. Да, это, блядь. Это ну погнали. Да что, блядь, все заебись. Потому что вообще в тебя луч пойдет. На 45 стаках, да? Да. Лужа отлетел. Но вы еще отбегайте так, чтобы он лучше не лутал. Босс, ну, там 3 секунды, там разница большая. Зеленый луч очень сильно проходит босса. Не, ну зеленый лучше с хорошо располот. Все, побежали. Каз сейчас будет 5 секунд, 4 побежали. Побежали, побежали, побежали. Схуяли-то, ну. А что, убило танка или что-то? Никого пока не убило. Танк жив. Ну вот, сейчас может плюнет. Поможет или нет? Вот, нормально, все убежали. Ну все. За шкафы не прячьтесь, не могу вас дохиливать, блядь. Давай, бес, ебаш его. Смотри, что это взорвет просто этого дракона, ты глянь. Кстати, дотки, когда вы убегаете, дотки. ШП убирай пошел. Убирай друид тогда. ШП на луч. Что, блядь? Подводи ближе себя. О, чувак, ладно, я научу вас. Из лужи, маг. Блять, ну вы роплите. Геру, Геру. Все лучи перехватали. Опять скажу, когда там будет 5 секунд до портала. Скажи, ШП, у тебя же голод есть? Скажи, когда 45 секунд стаков будет. Или он рога? Да, нет. Там у тебя бафах показывается. Хуже бежали. Бьем? Бля. Хуже бьем, слышь, Кубок? Да, мы сейчас умрет 2 человека. Я уверен. Ну, плюнул? Плюнул. 9 хп осталось. Мне погода. Не, живый, нормально. Живый. Маг, выйди, я не достаю, сука, выйди из... Беса призови. Это я сокру дал. Больше так не выживем. Заранее как-то делайте, блядь. Сокра КД еще. Я, ну лучше отойдите от жопы босса, пожалуйста. Все, хорошо. Сука. Блять, Берни его. От лужи отойди. Полюшку прохил, полюшку прохил. Фу-фу прохил, полюшку. Да.
Иди, готовимся бежать сейчас. У меня что, микрофон отключен? Нет. Что, меня прохилить не смогли? Ну, шипайте, ну пытайтесь добить, хуй знает. Шипы? Ну, по идее, доберся еще 5 минут, 4.5. А кто на 7 будет, на шипы? Да, шип. Ну да. Проще будет, шипы на 7 остановись. Заведи его туда поглубже. Здесь зеленый. Нашел. Блять. Че вы делаете? Че, танк возьми синий, красный луч. Босс луч подальше отвести. У меня луч собьется сейчас. Да все, не получится. Свои дефобилки, короче, прожмем. Будете убегать к телескопу. К телескопу будете убегать. Не стойте в уже, кто, блядь? Литл, ты очень опасно. Сейчас скоро побежим. Готовься бежать уже. Кто далеко стоит. Рубила шикарно, блядь. Это не надо заново пробовать, походу. Сколько доберся? Глыба, маг! 3 минуты. Нет, здесь вайпеса надо. Давайте сейчас заново и убьем нахуй с первого раза. У него 34%. Не убьем, вайпимся. А он сдох, его сам луч дамажит или он лужа появилась перед ним? Я? Не-не, ШП сейчас сдох. На синем луче там иногда тика. Я говорю, синий луч на 30 стаков надо прохиливать оверхилом. Потому что дамажит очень больно. И сам луч именно, не лужа. Ну, я, кстати, тоже насчет друля, я думаю, то, что мы бы убить бы его сейчас. Да, он все сейчас. Бля, придется мне вставать. Смотри, сколько времени до БРа? У тебя справа показывает. 7 минут до БРа. А кто там, Романов говорил, тоже нереально, типа, добежать. Да. Пиздец, блядь. Он, блядь, он просто там еще секунд 15. Он, блядь, не докосовывает. Надо подождать. Блядь, если б не этот трэш калечный, я не знаю, мы бы часа за полтора дошли до этой херни. Вот бы все инсты, как испытание крестоносца, просто без трэша, тупо босса. Не, ну хотя бы не такой трэш, столько хп бы не делали бы они. Шач, помню, на X2 народ возмущался, типа нахер вот такой трэш сделали. А чем он, кстати, вот этот плевок дамажит? Арканом или чем? Ой, тьмой. Тьмой? Да, слышь, Литл, а нормально тебе в ретрике с одноручкой бегать? Это... Я одноручку беру для того, чтобы настакать печать. Слышишь, Литл, поставь на тьму, и когда будет этот плевок, если что, будешь мастера урдавать. Тоже неплохо поможет. Ой, проблем. Вместе с массакром дадим, там точно никто не сдохнет. Ну типа потом 2 минуты КД будет. Поль, тебе удобно без ХП бегать? Ты хочешь, чтобы я вот так вот бегал? Не-не-не, я про текстовый не... Видишь, у тебя ХП не... ни у кого не показывает. Все галочки там поставь просто и все. Вот, вот это да, прокликиваю. Кубов, это ты же, да? Да. А ты же видел, да, как мне повезло? По поводу? О, он на перчатки и кольцо забрал, да, смотрите. Да. Так и сейчас с таким ровом, это вообще пиздец. Как-то... После 3 рова я забрал перчатку. Можешь в казино идти. Да не, блядь. О, Урекс, за меня ролит. Короче, нахуй эта метка. Вообще здесь. Все, давайте фул ребаф, либо. Самое интересное, смотри, с этого угла до того мы хорошо перебегаем, а вот с того почему-то нас это плюет он.
Так, арчи на пул. Я штаны хочу с этого босса. Борис, больше. Да, кстати, это... А ты можешь, кстати, огурцы поставить, на всякий случай? Да, они здесь не помогут, блядь. Все готовы. Надо пулить, пока это, он можешь, тут. Можешь пулять, пуляй. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Паша. Сам, сейчас к тебе лучше пойдет. Синий возьмите. Вот теперь кал какой-то на экране. Спасибо, Кубок. Реально. Что это? Вы видите? Процент этот. А шамановский щит прокает земли на полюшке? Будет прокат? Да, но его все равно шутят. Короче, эту полюшку держите прям. На синем, точнее, всегда. Оверхиллом, типа. Мне сейчас вот, у меня 30 стаков, мне 15 тысяч прилетает в лицо. Как-то умер. Побежали сейчас. 8 секунд. 7. Все, сдох нахуй. Мне кажется, надо не столько стаков, типа, надо меняться. Не, у вас... Танк не... Не, я сейчас агро каким-то раком сорвал. Потому что танк луч потерял. Короче, вы можете реально сделать как вот по гифке, и все у вас будет заебись. Он будет вообще похуй. Короче, телескопа, да, бегать? Ну да, танк направо бегает, и все. Ну, типа, вы ждете до конца, естественно. Вот. Танк в любом случае ближе к боссу будет, потому что он ближе всех стоит. И она в него будет только плевать. Можно лебать, это, блядь, вы, игра, типа, это перебежали к телескопу пошучина. И перебежали к танку по над стеночкой, и все. Только та же самая рефаза получается. Да, бля, от лучей дохнем, сука. Я почему? Да, тут надо сколько ты? 30? Ну, я не знаю, ну 25 хотя бы. И потом, чтобы он вставал шипышник. Либо мне билд переделать надо на защиту пустоты. Да это хуйня все, господи. Чё-то... Да в смысле все фигня, но на 30% урон мешает. А потом схилят, типа... Шам и хэпал. Тюля, хэпал не может поднять вас? А чё, починиться нельзя? Космолис, я сорвал агро. Да потому что он луч потерял. Короче, сделайте как по гифке. Я тебе серьезно говорю, вам так проще будет. У вас ханта нету. Вот это на 100%-ная, короче, тактика. Через телескоп убежать? Да, вы убегаете в телескоп заранее, то есть... Смещаетесь к центру и перебегаете первыми. Угу. Остальные, ну, типа танк, он чуть-чуть даже притормаживает, чисто в него плюет, он наталкивается, ну, типа, к меткой ко второй, и все. Но на второй фазе, естественно, то же самое. Вы к этой к телескопу, а он в противоположную танк. Короче, танк постоянно демедж лутает, то есть он не бежит. Что, пацаны? Но он один прыгок лутает. Все. Дракон обижает. Да. А что у тебя? Да мы бы его убили бы сейчас. Синий луч не поднимаете? Не, ну да, меня прохилить не могут. Так, ну, меняйтесь на синем луче. Я же говорю, я вчера убивал, танчил ДКшником, менялись просто и все. Ну, конечно, типа, если вы не можете поднять, то меняйтесь. У нас просто, типа, ну, поднимали, мы поднимали за счет частицы холипала, типа, на том, на ком синий, там по танку вообще, ну, ноль урона. Хапал хилит. Да, сейчас убило, блять, автоатака 43 тысячи. О, нет, сейчас-то я агро сорвал, до этого меня луч убил. Подождите, агро нельзя сорвать, если на танке красный танк, луч? Танк луч, да, срывает. Ну, короче, он проебывает луч, когда убегает. Ну, короче, у вас так не получится, ребят. Вам нужно, ну, сделайте так, попробуйте. Да, посмотрим, без тактики не получится. Ну что, втыкните. Маг. Ресните поезда. На кого-то 4 выпал. На поезда. Поезд рос забрал и кольцо, и перчатку. Ты по приколу встать решил там? Это кольцо. Который с двумя камнями на ловкость. И РПБ, да. А, звучит прикольно. Да, биговое кольцо, вы чё? Сейчас получается второй Романов. Дроиды суманите, он у вас тоже там где-то ебнулся, по-моему. Ну, просто рос, и я паладин, поэтому все нормально.
Все, он прибежал. Уже это понял. Короче, посмотрите, у вас в чате есть там гифка, вот так делаете и все. Слетает уж починиться. Чего, ставь рыбу? Конечно, осуждаю рейдфрейм и Лока. Пошел в жопу. Че у тебя там? Короче, давай в стаках на 20 там меняйтесь, хуй знает. Чтобы вы так не шотались. Там же баф все равно висит потом какое-то время. Короче, сейчас. Нет, не висит. Кому-то мои рейдфреймы не нравятся. Блять, там был пятый. Мне розу. Что не нравится? Да потому что их нету. Их нету, да. Да зачем мне сделать вот так ему? Да он не прейд. Рейдфрейма нет. У тебя группа. Те, которые у тебя базовые. Да. Просто бежим, блядь, в телескоп. Куда тут телом спасать или что? Забей. Да, вот то, что они базовые, это полная хуйня. Я тебе больше скажу, у меня их нет. Я их не ставлю. Пристабав. Потому что этот, как его, не Вим, а как это сборка аддонов называется? Так что, ну погнали, подожди, ну вот если тебе говорят в бою, типа, нужно кинуть СС на хила, что ты будешь делать? Че, пойдемте, пока он пулит, пока он тут. Да. Черчи на пол. Понял. А СС у тебя даже на панели нет. Я готов, можешь, блять. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. А, у меня справа еще панели. Блять. Чё, это? Да какого хера? ШП забирай. Лужа лучше. О, ебать. Она прям, вы видели, она прям подо мной появилась. Да мы, блядь, спим уже нахуй. Пиздец. Ладно, попробуйте. Порталы. Да все, вайпайтесь, уже все, блядь, все лучше прибыли. А мы молча не закроем без гнева? Блять. Блять, да, ну, типа, я не знаю, вам просто нужно быстрее служи выбегать. Она не, ну, как появляется, не тикает. Так ты видел, нет? Ну, она появилась, ты постоял в ней и умер. Нет, просто в мою сторону. Цитирую слова поезда. О, в мою сторону. Ребят, цитирую слова поезда. Да что там с первого раза закроем? Смотри, еще минус того, что вы меняетесь по лучам, у вас у обоих по 25 стаков, грубо говоря. Вероятность того, что кого-то из вас шотнет, в два раза вырастает, потому что, ну, типа, лужа может и на нем, и на тебе. Ну, типа, когда будем бежать, вот этого моба убьем, который слева стоит, чтобы нам открылся портал. Не откроется. Слушай, не а этот... Сервер упал. Сервер упал. Пошел нахуй сервер. Можно написать тикет, что у меня упала поврежденка? А, нет, не упал, он просто подвис. И как в той популярной песне «Заебало, заебало, заебало». Слышно меня, нет? Mm-hmm. Отлично. Красавец. В чем прикол, я не понял, делаю там вайпать или две лужи сразу с начала боя, понимаю. Сложно отбежать от лужи, либо там лучше, или что? Да, сложно.
лужа подо мной появилась прямо. Когда у меня было 20... есть у кого-то? Когда мы меняли ШП. Я побежал, лужа появилась, стикнула, я умер. Со мной умер Холипал. Это Дживс есть, пацаны? Ну, это или Хламобот? Во-первых, смотрите, на этом боссе надо стоять на РНЖ, силы и ДД, РДД. Это ваша обязанность, чтобы не послушать. Сейчас просто стоим на РНЖ, 5 метров РНЖ. Стоит первый на синем, у нас лок, потом ШП меняет его, когда его будет вот. Сначала рога на зеленый, когда рога будет больно, стакан, я заберу у тебя. Я не знаю, я, кстати, легко держу весь этот бой. Тогда зеленый. Ты пусть... Окей, держи тогда ты пусть полностью луч. Синий луч будет меняться. Чтобы никто не сдох, просто меняй весь по стакам и все. Это легко сделать. А что, у вас слабый хипал или что? Так, слышишь, может этот год возьмет под истерией синий луч? Вообще там разъебашит нам. Ну давай я возьму, без разницы. Геру даете, Геру надо давать. Нет, свой не надо. Войд, слышишь, почему ты перед боем с боссом Светом Небес хилишь, а во время боя не хилишь? Выкинь вспышку, пожалуйста, с панели своей. Хиль нормально. У нас люди умирают. Так будете вайпаться еще час. Да я в луже сдох. Ну, все равно ты хилишь онли вспышкой, там даже света не было. Просто давайте я сейчас возьму синий луч, котом. Даете мне истерию, я просто разнажу. Давай, брат. Хотя... А чего за... Ребят, чего за сюда, подождите. Хотя ладно, давай с Гера по спу. Где тут в этом, в бухте торговцев? А, починка есть тут где-то? Да. Есть. Там, где лесопилка стоит, там кузнец стоит, у него может починиться. Вот этот под нанесенный урон, это за последний, да, пул, правильно? Ну да, но мы даже не перевели его. Валдин, иди сюда. Наоборот, делайте, знаете, как заходи, я бы вам Валдин, посмотрел? Хапал, вот, видишь, Кубова, иди сюда. Заходи на лесопилку. Да. На лесопилку прям заходи вовнутрь. Вот стоит мобы. Да. Сделайте вот так. Попробуйте через Литла сыграть. Литл просто... Вы через одну играете? Вы, у вас получается выдерживать ДДшника, который держит синий луч? Или вы меняетесь на двух? Ну, если хапал сейчас будет хилить, то хватит. Не, просто если вы роняете там человека условно, Литлу будет легко с 25-го стака 50 на 50 подрубить, и он до конца его удержит. Сможет раздамажиться. Смотри, что делаем. Короче. Я беру сейчас синий луч, короче, котом. Даешь Геру с пула. Истерию. Смотрите, А с пула не надо, у тебя не фадит. Его нужно набрать 10 стаков, с 10 стака давать Геру. Чтобы он полностью отыграл этот Окей. На 25-й. Okay. Ну, под 20-й стак ты сдаешь свои бурсты крылья, врубаешь. Все пропишите рейндж 5. Рейндж 5 все пропишите. Чтобы в луже не купаться вместе толпой. Нету такой команды, наебываешь. У вас код правильно держит сейчас? Есть. Истерию сдавайте тоже, вот как раз таки на 10-й стак, просто заанонси его. Я его сумонили, давайте там что-то речи пробросали. РЧ, короче, на... После кота, после перебежки, что будет, ретрик? Да. Литл накинет каску, прыгаю. Полюшки. Сначала я возьму, потом Полюшка возьму. Или давай тогда, даже подожди. Полюшка, ты первый, я есть второй, окей? Угу. Сам забираю. Давай. Напоминаю, бегаем к телескопу, не к стене, не к левой стене. Все, все готовы, давайте там ДПМ пул рейдж. Сейчас дам. В смысле? Ну как раз он пришел уже, пора пулить. Ну пулю ты, пуль. Лучи взялись. Стоп, лучи. Милики, кучно не стоите, потому что здесь луша может кинуть. И вы не слакаем, полипал, он ли свет не бед, не вспышка. Но потом появится лузер, ребят, сами смотрите, что я не могу, это не обязательно. Лузер надо как-то, пойдите.
Полиса взял, лучше спросил Маша. Мага, маг, где ты лазишь? Сейчас, я даю ему ПР фулбах магу, дали бы. Давай быстрее. Дали бафта магу. Прости, господи. Понял. Лучи сейчас будут 8 секунд. Я сейчас сдохну. Все, Полиска, отпусти луч, отпусти луч. Бежали. Побежали. Побежали направо, направо. Да, к телескопу, к телескопу. Я забыл, значит. Куда Фирокса? Нормально. Все, заебись. Просто... Он Фирокса плюет, вы дальше перебегаете к Фироксу по над стенкой. Бегите уже туда. Все, Фирокс, отбегай. Давай, до конца. Этот кубок делать, мага нет. Вагоны. Тихо, по стеночке аккуратненько разбегай. По стеночке аккуратненько. Простите, робочку. Дорогу простите. Все, можете начать. Попробуйте сейчас еще выходить. Мак, вот как ты, скажи, мне два раза умер. Ты берешь код? Сейчас кто берет? Да. Я беру код, да. Истерию, если есть, давай. Может, тогда Геру, не? Геру, хуй. Да, Геру, Геру. Геру кидай уже, истерию давай сразу. Блять, я проебал с истерией, круто. Ладно, что там. Ну, без мага в любом случае ДПС будет меньше. Очень много. Да танк больше его там нужен. Серьезно? Угу. Понимаю. Нет, все-таки нужно фейба ставить. Тогда пусть лежит, мы и так убьем. Ладно. Послушайте, РДДшники... Тоже старт, перебегать будем, готовиться. Готовьтесь на полпути. Фирекс, на полпути остановишься. Побежали. Да, можете. Все, к телескопу, все вперед, да, Фирекс, правильно, беги. Все, Фирекс, остановись, дальше потом после плевка добегай. Плевок, осторожно, киллы, готовимся. Все, и побежали туда. Все, Фирекс, отбегай. На бок все беги, по левой стороне, на бок. Вот так это и происходит, все. Хреново идем по ДПС? Ну такое, чуть... Саман, Саман дал уже. Да, Саман дал иннер. Сам главный. Иннер тебе. Не брить. Тихо все, флут, топните. Лучи, Полюшка, твой луч. Фин. Лужа, аккуратно. Если есть истерия, я закидываю. Лужа, будешь, лужа. Как будешь закинуть? Мне коту, коту старому брызгу. Как откатит сразу. Я не знаю, может чуть лучше под синюю навешать? Чтобы точно не сдохнуть. Если тебе будет больно, я могу забрать лучше пользу. Ну, мне под конец больно. Вот сейчас уже 10 тысяч прилетает. Давай, давай. Да дайте как. Сейчас лучи чем? Скоро будут. Нормально, нормально. Я взял лучше, я взял лучше. Бьем. Смотрите, ребят, как будет переход кабуса, разботать его максимально, потому что, ну, пусть кто-то тикает, как бы. Вот все, разботали максимально, отбежались. Отбежались от телескопа. Феликс, на полпути также остановишься, потом добежишь. Давай, 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 давай. Паладин, быстрее, четыре щепленка. Все, хорош, хорош. Все, беги, беги. Как только видишь, извините. По правой. Все нормально. По правой, прохил, Бобби, прохил себя. Фейт, он, кстати, в трясели кидается. Тихо, тихо, пацан. Я спокойствие сдал. Спокойствие сдал. Начнем. Порталы взяли, рога зеленый, Колюшка синий. Если что, не я не могу взять синий. Я что возьму, я возьму. Я возьму, я возьму. Не можешь. С красного уйди. Нормально, я взял. Да. В лужах не купаемся. В лужах не купаемся. Рога луч забери. Забрал. Рога зеленый. Топор. Аккуратно, ребят, сейчас служим, потому что если кто-то сдохнет, то мы минус ДД и хрен. Мне вообще пофигу, синим даже лучи не пробивают. Так я могу подтвердить. Так, уже они. Что, лужа? А где лучи синие? Да, синий, да, Полюшка. Готовьтесь, перефаза сейчас будет, перефаза сейчас будет.
Перебежали, все, отбежали все. Так, Пирекс так же делай. Хорош. Олюшка, чуть вперед, давайте, чуть вперед, быстрее. Бобис. Бобис, готовься прохиливать, Бобис. Сейчас по левой стороне бежим. На бок. Готовься прохиливать, полипал, сейчас будет больно. Пока до берсы. Берсы 3 минуты. Успеем. Раздотали, лучи взяли. ДК, наверное, бомжей дай. Бомжей можно дать. ДПС побольше будет. Дай бомжи. Все хорошо. Лучи все взяли. С полюшка, служа, отойди, полюшка. Или я не буду. Я не буду. Все хорошо. Давайте, пацаны, жмитесь. Бурсты свои припоты прожмут. Истерию на кого? Истерию. На рогу. Рогу истерию давай. Припоты все свои выпейте, у кого есть. Должны успеть легко. Шестям. Смотрите, ребят, если вы после этой переходки не успеваете, да? Просто стойте под жопой босса, когда он будет плевать, и не отбегайте никуда. Когда не успеете, да, я скажу. Сейчас будет переходка. Готовимся. Обдотали босс. Обдотали максимум босс. Фулл обдот босс. Все, отдышались. Телескопы все, бежим. Пирекс так же делай, все. Отбежали, хорош. Шам, готовься. Кастуй хил, сейчас будет больно. Все, хорош. По левой стороне бежим. По левой стороне уже на бок бежим. Смотри, сколько до берсы там еще? Полторы. Не успеем. Да. Успеете. Все, взяли, поехали. Обдотали быстрее, босс. Поехали, лучи взяли. Смотрите, что делаем сейчас. Короче, сейчас, когда будет переходка, просто стойте под жопой босса и отворачивайтесь от его ебала, и все. Не бегайте никуда сейчас, просто под жопой. Просто он начинает дышать под заднюю ногу. Встали, продолжаем бить. Снова начинает дышать, снова перебежали. Да, короче, когда он начинает дышать, ребят, просто под жопу восстановитесь. Полюшка, не под морду. Становитесь не под морду. Когда он будет дышать, чисто под жопу. Отворачивайтесь, это легко, вы успеете, ребята. Никуда не бежим. Прохил рейд, прохил. Массакру сдайте лучше. Поменяйте полюшку, ШП, поменяйте полюшку. Да, всё, один тип. Под жопу, тихо, под жопу все стали. Пирекс, там стой, красавчик, хорошо. Зеленку прожми, Пирекс, быстрее, Хорошо. Под жопу все стали, быстрее. Шаман, НС, стать есть? Под жопу, бьете. Бабл пал, литый бабл. А, крылья прожа. Под жопу резче, прожмитесь. Перебегайте ж под жопу, вы что делаете? Нормально не стоит. Да, вы не успели все равно. Сейчас убьем. Можно либать, отомкать. Ну, короче, если не умрете, то пройдет. Да, блять, маг, вот чисто дэмэдж маг, если честно. Ребят, первый, этот берите, давайте фейбу лучше, и фейба через каплю держите. Хорошо. У фейба больше, в полюшке. Он пришел Невер. Ну вы Невера не слушаете, он обычно плохо подарит, он шарит. Если сейчас бы маг не умер, мы убили босса еще ранее. Рос, Питер. Маг, давай, блядь, очнись нахуй. Ебани там 100 грамм водки и хуйкни нахуй. Восьмером били босса, еще ШП. Ты самонёк? 20 спортсмена, я понимаю. Протри гровоза там, блядь, мочой. И этот майонез нахуй окуни. Выспался, пока били. Нормально. Рос, чекни, я там в личку скинул вот это, блядь, там ласт босс убьют, типы. Так, смотрите. Не хочу. Истерию так же, короче. Не, Рос, ты представляешь, там 41 пул, и у типов максимум они снесли 13-20% боссу. Может, тактику не знает. Сейчас убьем, реально, главное, чтобы никто не сдох. Димон, загляни, посмотри, там пиздец полный творится. Че, куда зайти надо? Вместе, да?
Fighters. Дайте. Они на первом месте? Да, там две гильдии, кто 9 из 10 сделали. А если кто приход? Есть, давай там. Так, рыбку поставьте, фулбаф сделали, давайте резко сейчас убьем этого босса легко. Все так же делаем, только маг не сдохнет уже, братски. Все просто. Есть, да, Рус, там веселье творится. Блинк есть и все. Либо блинк, либо глыба. Ну типа, ну жми что-то, я не знаю. Щит есть. Если вложит, то блинк уже. Типа, маг, у тебя есть щит, маме. Когда у тебя будет мало хп, прожми его, у тебя тоже сейф. Каски, раздайте всем касочки, там быстрее, ребят. Пюрок, ты где? Самон, пюрок. Если я не полутаю голову Т4... А где ДК? То рот я ебал таких. Сейчас он... Боссов, блядь. Сейчас Пурекс, Пурекс придет и этот, его забафайте. Нет, мы полутаем, я тебе говорю. Сейчас мы убьем босса, я уверен, на 100%. Если сейчас не заслакает маг. Все, фулл баф Пюрукса быстрее. Катку, кулак ему, пистобаф, инту, прещи баф. Я Крис понял, Пюрукс. Эрчен и бафы быстренько. Пюрук, смотри, такая же система. Так же стоишь, водишь босса, ну ты понял. Так, сильнее. Так, озвучите, кто сейчас первый на синем стоит. Я. Да, Поля. Да. Полюшка готов? Да. Все, Пуль. Поехали. Я готов. Припоты выпили? Припоты, Пуля? Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Истерию пока по старому грызу, да? В лужах никто не купается, повторяю еще раз. Также бежим все к дальнему маяку. ДК также делает. На себя тут. Лужи смотрим, под жопой стоит. Перевы уже смотрите, как ходить, не понимаете. Будете говорить, когда будет перефазываться. Там тот и там. Должна быть. Перефаза должна сейчас быть. Обдотали максимально босса. Палец, не палец, локи обновили свои фазы. Не-не-не, далеко еще до перефазы. 10 секунд. Думаешь? Да, под стаком. На 50-м стаке обычно перефаза. Сейчас 46, 45. Сейчас фаза будет. Готовься. Готов. Да поехали наверх. Наверх, наверх. ДК также на себя отвлекаешь. Все хорош. Саман, если что, кастуй хил. Все нормально. Под левую сторону уже становишься, пошли, побежали по стороне. Упритесь прям в стеночку. Сейчас хороший, ребят, пол, не сдохните, никто. Сейчас я скажу, когда... Саман, Поли Пал, я тебе инер кинул, который воит, как... Mm-hmm. А, нет, тоже. Готовим лучи сейчас в зале, Холюшка синий, дорога зеленая. Зеленый рядом с боксом. Да, Гера. Гера. Лужа, аккуратно. Не уроните, ребят, Польшку, потому что когда он держит луч, может лужа появиться, типа. Держите его прямо на максимально. Дайте ему шелду ШП. Ему шелду, да, и Холипал ему дай шелду и все. Он вижу. Они спасают очень хорошо. Давайте его пока на КД сняла, чтобы... Подо мной вторая лужа появилась сразу же. Я понял, дал БР, фулбаф по полечке, резко, фулбаф по полечке, катку, прикстабаф, инту, резко. А скоро будет перебежка. Обдотали босса, обдотали босса. Фул обдот босса, перебежка, готовы, убежали наверх, наверх убежали. Я тебе дам полечку, фулбаф. Да, он до сюда не достает-то, блядь. Все, инту дали, инту дали. По полюшке инту мог, да? Отлично. Все, поехали, отлично. Фулбафы есть. По левой стороне начинаем потихоньку бежать. ДК резко прохиль. Отлично, не связь хорошая. Готовимся, поехали.
Колюшка, давай я возьму синий. Да, бери, бери сейчас синий. То у меня там очень бьет. Окей, окей. Я вот как раз когда 4 игра. Мак, дай. Мак. Мак, а что ты под боссом стоишь-то? Мак, стой на рейнже, я тебя прошу. 5 метров от босса. Сзади. Тебе будет проще и отбежать, и делать красивое время. Чтоб не сплакать. На магии 2 кнопки жать надо. Ну типа в мили-зоне, походу миликом играть, чел. Ладно. Сейчас хороший трасс. Очень. Но мне еще и тест висеть, так то если что-то там. Давайте, ребят, припоты от КДшились, там, бейте сразу. Готов, сейчас побежим. Обдотали фулбосса. Фулбосса обдотали, я его обдотал. Максимально все побежали. Телескоп. Телескоп вообще, ребят. Никто не опаздывает. Польшка, может тут портал поставить, чтобы ты прохотел? Да какая тебе разница, я успеваю, ты смотри. Ну понял, все по левой стороне, по правой точнее. По угол. Все, сейчас, ребят, видишь, никто не сдох, что бьем вообще есть. Хпала, Иннер, ебанешь, маны, пиздец. А, я уже дам. Вроде без дам. Приз, дай гимна ману пока еще. Аж. Иди, давай, бери, пока. Слышь, возьми себе луч, у тебя СФ в крайнем случае есть, а у меня нет. Давай, ничего. давай. Мана этот, дал гимн, да, сейчас? Кстати, можете ему из серии зарядить. Не, есть, была бы. Блять, паладин, не перехватывай, ну что ты делаешь? Да он сам. Ну я понял. Ну отойди чуть правее. Бьем. Так со стерии откатится, в принципе. Уже, друид, ты че? Нормально. Блин, ботик простоял. Нормально, там чуть ли не бомб по нему налетают, блин. Нормально, все пацаны, не сытил. Блять, пикал. Уговорили. Там лужа поет, просил поезд зарезать. Готовь скоро бежать. Да обдотали фулл босс. Я-то это все под контролем. Готовимся побежать. Фулл обдот. Все, побежали. Не стоим, алло. Поезд на траве. Сакра есть, если что. Да не надо, мы и так добежали. У меня живы, ебать. По левой стороне побежали. У меня здесь спокойствие, если что, на крайний случай. Так, гимн ману был, все было. Значит, все, в принципе, неплохо, а мана есть. Йо, так, сейчас главное убить. Я в огне не лучше. Истерия, если есть даже. Аккуратнее там лучше получится. Вижу, взял. Все хорош. Есть истерия, вообще топ. Сейчас дам еще фулл бурс. Приходу, ребят. Третий раз. От КД слив, да? Приход в бою не от КД шелуется. Типичный эрд. Луза, смотрим. Кольпал, да? У меня акту есть, ты понял. Так, ну два лимона, вот видите, а почему... Бежать, сейчас будем уже. Обдох фулбосса, почему так сразу нельзя было? Почему, ребят? Надо вот... Потому что мы 4 часа сидим, заебались нам. Всё, набежали. Пацаны, это вы в ЦЛК 25 гер не сидели, я так понял. И на джайне вы не сидели. Ой, а сколько до берсы? Успеваем, полторы минуты. 2 минуты, полторы. А, ну... Сейчас успеваем, тут уже добьем. Но... Это я не знаю, кто-нибудь Джайна убивал вообще, не? Хули там убивать? Я убивал Джайна. Я тоже убивал. Самый охрененный босс. Вот это прям, я не знаю, пылинка нахуй. Я еще убивал эту. Это я скажу. В Гере заездки там почти всех боссов, кроме... Вот вроде там получше будет, собственно, все. Больше изичная. Она легкая, я знаю. Тайфун. Такой себе, типа, там придрочиться надо к этим выносам метов. Вася, знаешь, чем изучная? Вы в Фейсбуке, когда я учился. Луч заберите синий. Я,
Забрал, не прям. Не забрал ты. Забрали, блядь, и красный тоже. Все, нормально убили, уже все, пацаны, грязь. Ради чего? По штанишке. Ради нахуй чего? Побежали на мал через. Что, после мал все разрубим. Вообще, пришло, надо было старому другу прийти, да, и собрали, да? Ну хули, ты весь рейд молчал, надо и тебе как-то поработать, блядь. Реально. Я в дискорде просыпал. Ну, ты просто отдыхал, нахуй, а мы тут работали, блядь, все время, блядь. Ну? Мы заебались. Почему? 4 часа просто заебались уже, ебашь, трэш. Понял. Как ты, сбиваешься? Надеюсь, друиду они не нужны. Кому, кто? Ноги? Штаны, да. Не, мне не надо, мне только тринк, на аэрдру только тринк. Кожа мне уже не надо. Тут если что починится, и сидите, подтянитесь, вот он телек стоит. Можно починить. Ну я вчера танчил этого гнева, блять, мы со второго трая убили, тоже там первый трай сдохли, получил вот. Ружу и все. Слева починк, может быть, вниз, вот не такой. Фу, плотно, бля, было, конечно. Там, кстати, у нас ДПС похуже был. Мы вообще, блядь, за одну перебежку 15% только сносили. Да, мы не больше. Так, мы-то будем закрывать, не? Да, я думаю, можно после мауча. Да почему? Чё их легко закрыть? Давайте закрыть. Нет, давайте после мауча, реально. После мауча. Да на шахматах нехуй делать, а на Мальчезаре еще вайпы будут. Ну, может и не будет, если сейчас правильно големы упадут, то мы убьем все равно. Давай, короче, тактика на Молчазара следующая. Сейчас я поставлю, даже не я, поезд сейчас поставит метки. Танк будет... Я поставлю. Ну, хорошо, танк будет держать в определенной метке. Справа будет у вас такой уголок, и войд зона. Босс кастует кольцо тьмы, или как-то так эта фигня называется. У вас остается 1% хп, вот нельзя не отхилить ничего. Ваша задача, если вы милик, добежать к уголку этому и за него встать. РДДшникам просто стоять на рендже, сколько там, 40 метров, не помню, 50. Ну, короче, на максимальном рендже стоять вас не достанет. Ну, чистим трэш пока что. После того, как на вас навешался этот 1%, если вы не отбежали, он кастует волну тьмы, которая вас дамажит, соответственно, убивает моментально, ваншотом. Это первая фаза. Во время всей этой заварушки падают големы. Они приземляются и начинают наносить АОЕ урон. АОЕ урон достаточно большой, там тысяч по 6 прилетает, может по 7 и часто очень. Ну, примерно как у Локов, вот эту вот штучку сейчас покажу. Вот примерно вот такая штука будет появляться. Вот. Ее надо и выйдеть, я буду отходить, будете ходить за меткой звездочка. Это первая фаза. Вторая фаза, големы со временем пропадают. На второй фазе, по-моему, начинают появляться топорики. Топорики дамажат рандомную цель. Дамажат немного, там по 3-4 тысячи максимум. Это все прохиливается. Третья фаза. Если на первой фазе элементали, вот эти, которые падали с неба, они исчезают со временем, то эти уже не исчезают. То есть, по сути, начинается берса босса. Если быстро не залить Молчазара, все поле будет в големах и умрем быстро. Рейсните поезд, да? Да, рейс. Нет, Илюха, смотри, ты не так объясняй. Сейчас дойдем до босса, там ничего даже рассказывать вообще не надо. Там типа просто расставить метки, РДД будет стоять на макс РНЖ, когда будет, я скажу. А милики просто на уголок отойдут и все. Там ничего даже рассказывать не надо. Я не знаю, я устал, я заранее все расскажу, сейчас еще придем, расскажу за второй раз. Да я расскажу, сейчас сиди чили, убьем. Т4 анролл, пацаны. Т4 я должен заролить. Ага, даже два раза. Если наварчика падает, забирает поезд только, по идее. Не, ну у нас пугарейт сейчас половину, поэтому правило это не работает. У нас же, как бы, в статике вот этом такое правило, кто сролил первое Т4, если в этом же инсте падает вторая Т4 на этот же класс, то забирает тот, кто сролил первое Т4. Сразу я знаю. Сразу 24 одеваем. Если я сролю, я поезд дадам.
Не-не, сейчас это правило не действует. Тут вы в пуге половину сидели. Поэтому забей. Сейчас достроит. По сути, Малчазар даже легче, чем Гнев. Намного легче. Это рандомный босс. Там в большинстве случаев зависит все от голема. Ну, а мне кажется, знаешь что? Мне, что нам повезет, наверное, по голему. Мне так кажется. Чего? Мне кажется, что нам повезет по голему. Сейчас до Маунча дойдем, я разролю шмот. Он сзади мудак идет, ребят. Там же на танка эта хуйня не кидается, которая до одного хп нет, пускает. Нет. Коля, камни. Смотри, по танку. Ты танком стоишь, чилишь в одном месте и танчишь босса, и все. Ну там на третьей фазе можешь перевести тогда, когда будет голем рядом. Ну что, а так чилишь и все, больше ничего не делать. Это милики и РДД. Самое сложное это миликам, отбежать ну, типа, в уголок. РДД просто могут двинуться назад ногами. Не, у нас милики нормально, мы не вайп. 4 милика. Ну это да. Но мы не вайп ним. За мага крестить надо держать нам. Нет, эти милики, 4 этих милика, они никогда не вайпнутся, я в них уверен. Процент. Это я увидел. Ну да, блять, я видел, как в луже два раза милики стояли. Да поезд просто вагон. Понял. Да там я все милики знаю. В луже постояли. Типа, если свет небес не спамить, там никак не выжить. Ебать. 20 евро. А ну дай мне помощника, я метки расставлю по пасху. Да чё тут? Вот а. Сюда вот метку и вот сюда вот всё. А, понял. Я релоуд сделаю. Там не роль покажу. Давай я туда поставлю. Ну давай, туда сбоку, и я РДД метку поставлю. Вот все. Так, смотрите, по миликам. Милики, вам легкая задача. Когда будет кидаться один хп, я вам скажу, просто отбегаете, тут РДД в луне будет стоять. Смотрите, короче, когда будет один хп, вот вы бьете за пост. У вас кидается один хп, пацаны. Забегаете вот так за уголок, на ком 1 хп, проходит дебаф 5-секундный, вы возвращаете, у вас хп покажет. Литл. Там, где ты поставил, типа, мне кажется, меньше 30 метров. Смотрите, дай я кое-что скажу, фишка. Около 1 хп, сила убегает туда, ну, вы сразу поймете, около 1 хп. И у босса есть такая тема, то, что он откидывает, прям в РДД зону. Вары могут, ну, то есть я могу, типа, перед дебафом боссом не вставать сейчас. Короче, все там код, ну, Рога ты, в принципе, знаешь, да? Перед самой откидкой, вот так вот, переебучкой становитесь, вас стенку откидывают, а не к РДД в зону. Так, разроль сарана пока, разроль шмотки. Да. Смотрите, все. Ты вот так стоишь. Ты вот так стоишь, Буркс. Стоишь и все, просто, блядь, танчишь и все. Да, и все, больше ничего не делаешь. На третьей фазе вот туда, там, наверное, босса отведешь, просто когда будет топорить. Поставь рыбу, я пока разролю. Там рейнджа же 30 метров есть, чё? Близковато нет. Да. Роу. Что там? Это только на... Это аирдрушнику идёт. А, ну да. Отдавай сразу. Где оно сразу? Блядь, ты вообще, ну, заутался. Ну, я аирдруш одеваю для статика, ты не хотел бы? Или хотел. Ты хотел? А босса на плечо? Саня, ты раньше хоть аирдру одел топку? Пацаны, бит забирайте. Саня. Буркс. Где это? Недомаг, который... Буркс, основной этот. Основной танк, ему все уходит.